врач имеет квалификацию, специализацию врач-эколог. 4 кита здоровья. Кстати, старенькие, вы не ослышались. Раньше у меня было 3 кита здоровья, сейчас 4 кита здоровья. База. И, конечно, опять-таки назрела необходимость, у нас появилось очень много новинок, которые как бы мою стандартную схему трех китов здоровья внесли определенные коррективы. Введение для чего нужны биологически активные добавки. Прежде всего, в связи с экологией нашей планеты, с изменением состава почвы, с изменением минерального обмена в почвах, у нас появились новые патологические состояния, так называемые дефицитные состояния. Когда человеку не хватает определенных витаминов, не хватает в рационе определенных минералов, определенных микро-макроэлементов. Уже ни для кого не будет секретом, если я скажу, то, что я, скажем, у ученых была возможность проанализировать микроэлементарный состав, например, яблока или груши, выращенные в 60-х годах, с минеральным составом яблока или того же продукта, выращенного в наше время. Так вот, было доказано, эти статьи, кстати, в научно-популярных изданиях есть, и в такой в системной прессе эти статьи как бы появлялись. Что получить? Количество микроэлементов и витаминов, содержащихся в яблоке 65-го года, нужно съесть порядка полукилограмма, а то килограмма яблок нынешнего урожая. Понятно. Ну, естественно, в нашем рационе, дай бог, чтобы было 1-2 яблока в день, условно говоря. Вот многие говорят, что мы питаемся фруктами, мы питаемся больше овощами. Но, с другой стороны, рацион современного человека, особенно рацион городского человека современного, он, в принципе, идет как бы на углеводной основе. Даже если он хочет что-то, какие-то как бы фрукты, все это покупать, все равно это попадает в очень ограниченном количестве к нему на стол. И, естественно, потребности организма в витаминах и микроэлементах, растительных волокнах, мы не получаем на что сейчас в основном. Картошка, макароны, кусок мяса сварено. Неизвестно, чем еще откормлено это живое. Это вот наш рацион. Все. Проблема человека, проблема современного человека, то, что у него на столе лежат рафинированные бедные продукты. Бедные, я имею в виду по составу бедные. Из-за этого растет, начинает резко увеличиваться количество, опять-таки, тех же болезней дефицита. Ученые уже доказали то, что из первоначального дефицита того, тех или иных составляющих частей, потом формируются все прочие заболевания. В частности, и терапевтического спектра, и хирургического спектра. И как раз вот биологически активные добавки, которые уже начали появляться у нас с конца 40-х годов, сейчас уже являются как бы, ну, не средством роскоши, не средством еще чего-то. Это является сейчас средством выживания человека в современном мире. Я проведу статистику, которая может, ну, я ее часто повторяю. Первое место по продолжительности жизни на земном шаре занимают японцы, Япония. Второе место – страны Скандинавии. Третье место – Америка. Вот официальные данные. И опять-таки дальше корректируем. Первое место по потреблению БАДов – Япония. Второе место – Скандинавы. Третье место – американцы. И если вот дальше смотреть это соотношение, то есть да, дальше вот это как бы структурировать, то в принципе тут прослеживается достаточно четкая закономерность. И еще я просто опять-таки о пользе БАДов, замолвлю слово, поговорил о Японии. Все прекрасно знают, что в 45-м году там было. Два маленьких, точнее группа небольших островов, на котором грохнуло 2 Чернобыля. 2 бомбы было взорвано. По идее, по той динамике, вот то, что сейчас мы наблюдаем, что творится на Украине, в районе Чернобыльской зоны, и там, где облако накрыло часть Белоруссии,
Там вообще, в принципе, в Японии должно было бы остаться группа больных мутантов. Но эта нация, она занимает первое место по продолжительности жизни. Нация, которая достигла больших результатов в том же научно-техническом прогрессе, у которых нация, которая, в принципе, богата мозгами. Вот. За счет чего это? За счет того, что уже в 50-м году, начиная с 50-го года, японское правительство сделало упор на биологически активные добавки. То есть за счет морепродуктов, то есть у них акцент был на биологически активных добавках на базе морепродуктов, и за счет этого, в принципе, и четкой организации, потому что там же как, там большой папа сказал, что это нужно делать, там делают все, там не обсуждают, надо, не надо, там делают все это все, то есть там очень жесткая исполнительность идет. В принципе, нация выжила, и согласитесь, что нация процветает. Это так, небольшое лирическое отступление. Компания Argo, чем мне нравится, в отличие от некоторых других компаний. Первое, то что здесь возможен комплексный подход. Раз. Второе, возможно системность и возможность разрабатывать индивидуальные схемы. То есть как бы человеку давать схемы, наборы из разных как бы, продуктов, которые позволяют действительно достичь очень хороших результатов. Это одно. И второе, кстати, вот тоже является достоинством нашей компании в плане препаратов, вот почему мне нравится, то что сама компания ничего не производит. Чем это хорошо? То, что компания является как бы отделом сбыта ряда производящих компаний. Это хорошо тем, что наша компания имеет возможность выбора. То есть, если продукт чем-то не устраивает, то, естественно, только наша компания имеет полную возможность отказаться от этого продукта. И те люди, которые у нас были в Argo подписаны хотя бы 3-4 года, у них есть на памяти как бы те варианты, когда определенные продукты у нас из прайса исчезали. Вот. То есть, компания делала свой выбор. На базе продукции Argo можно осуществлять достаточно полноценную мощную очистку человеческого организма. Не только на органном уровне, но и на межклеточном уровне. Вообще для человека существует три критерия как бы, здорового образа жизни. Это здоровый воздух, это здоровая вода, чистая вода. И третье это